Нелли, детка, я все исправлю. Ты уже достаточно исправил. Как только мы получим работу, я свожу тебя в шикарнейший ресторан города. Так как, Нелли, у Полякова есть что-нибудь для нас? Мы в отчаянии. Он как раз ищет контрабас и саксофон. Так? Так. Что это за работа? 3 недели во Флориде. Во Флориде? Отель Seminole Ritz в Майами, дорога и питание оплачены. Ну не прелесть ли она? Пошли к Полякову. Да. Постойте, у него люди. Подождите, мальчики. Верно, подождем. Послушай, Гвэдис, 3 недели во Флориде. Сладкая Сью и ее светские стиликопаторы. Им нужна пара девушек с саксофоном и контрабасом. Что значит, кто это? Это Поляков. У меня для тебя работа. Гвэдис, ты там? Гвэдис! Сумасшедшая. Играла 112 часов на танцевальном марафоне. Теперь в постели с расшатанными нервами. Вели ей подняться. Как насчет Коры Джексон? Последний раз, когда я ее слышал, она играла с армией спасения. Дрекстел 90-44. Эти идиотки. Мы уже готовы выезжать в Майами, и что? Саксофонистка сбегает с продавцом Библии, а контрабасистка беременеет. Бинсток, я имею полное право тебя уволить. Меня? Я менеджер оркестра, а не ночной сторож. Алло, Бесси Мэллоун, пожалуйста. Что она делает в Филадельфии? Честно? Бесси отрастила волосы и теперь играет со Стаковски. Чернозадая Бесси. Только представь себе. Как насчет Розмари Шульц? Она перерезала себе вены, когда умер Валентина. Нам всем придется перерезать себе вены, если к вечеру не найдем двух музыкантш. Вы знаете, кто нам нужен. Найдите их где хотите. Но чтобы к 8 были в поезде. Спокойно, доверьтесь Полякову. Как только что-то появится, я вам сразу же звякну. Есть ли у меня место еще для одной стены? Нелли, давай междугородней. Сик, мы хотим с тобой поговорить. О чем? О работе во Флориде. О работе во Флориде? Нелли рассказала про нее. Мы не опоздали? Вы что, пара комиков? Убирайтесь отсюда. Да, соедините меня с агентством Уильяма Морриса в Нью-Йорке. Тебе нужны саксофон и контрабас? Инструменты те, но вы не подходите. Мистера Морриса, пожалуйста. Подожди, а что с нами не так? У нас не те формы? До свидания. Не те формы? А тебе кто, нужны горбуны? Меня беспокоят не спины. Что за оркестр? Нужно было до 25 лет, мы прикинемся молодыми. Нужно иметь светлые волосы, мы покрасимся. И нужно быть женщинами, мы могли бы... Нет, не могли бы. Мистер Уильям Моррис говорит, что это женский оркестр? Да, это он и говорит. Старая добрая Нелли, я ей шею сверну. Я жду. Давай обговорим это, почему мы не можем это сделать? Работа в цыганском чайном доме, мы носили золотые серьги. А когда ты нас послал в гавайский оркестр, мы носили юбки из травы. Что с ним, он что, пьет? Нет, он и не ест. У него пусто в животе, и это начинает влиять на голову. Джо, 3 недели во Флориде, и одежду можно одолжить у девушек. У тебя под париком мозги зажарились. Вот это разговор. Купим пару париков комиссионки. Подложим немного ваты тут и там. Назовемся Джозефина и Джеральдина. Джозефина и Джеральдина. Пошли. Да что? Кстати, парни, если хотите сегодня подзаработать в Иллинойском университете, то у них танцы в честь Дня Святого Валентина. Берем. Забирайте. $6 на человека. Будьте на кампусе в Урбане в 8 часов. Ехать аж в Урбану ради одного выступления? Это $12. Мы сможем выкупить одно пальто. Алло, мистер Моррис, это Поляков из Чикаго. Скажите, у вас случайно не найдется двух девушек-музыканток? Саксофон и контрабас. Если Уильям Моррис не найдет, мы могли бы. Пошли, Джеральдина. Ехать 100 миль, идет снег. Куда мы собрались? Я что-нибудь придумаю. Например, не дави на меня, не дави на меня, не дави на меня. Как прошло, девочки? О, ты, я тебе шею сверну. Джерри, прошу тебя, так нельзя разговаривать. Нелли, детка, что ты делаешь сегодня вечером? Сегодня что? У меня есть кое-какие планы. Ничего особенного. Правда? Собиралась пойти домой есть холодную пиццу. И ты будешь дома весь вечер? Да, Джо. Хорошо, значит, тебе не понадобится твоя машина. Машина? Зачем вам? Не чудо ли он?